столице советской Литвы, Вильнюсе, во дворце спорта, проходил 12-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин. За золотые медали чемпионов континента боролись представители 20 стран. Большой интерес вызвало выступление болгарского школьника Стояна Делчева, показавшего сложную программу на перекладине. Высокое мастерство и подлинный артистизм продемонстрировали советские гимнасты. На кольцах Александр Ткачев. Порадовал любителей гимнастики абсолютный чемпион СССР Владимир Маркелов. Владимир уверенно выступил во всех шести видах программы и завоевал звание абсолютного чемпиона Европы. Второе и третье места заняли Александр Ткачев и Владимир Тихонов.